23 июня в торговом доме «Библиоглобус» состоялась презентация книги начинающего писателя и актера Владимира Сычева «Антон Пирогов и бумеранг смерти». На встрече Владимир Сычев рассказал о том, что написание и издание этой книги стало настоящим вызовом для него – пройти путь от первой строчки до выхода детектива в издательстве и попадания на полки книжных магазинов. Помимо этого, молодой автор рассказал о своих методах работы над книгой, о вдохновении, о поиске хорошего сюжета и интересных героев, а также признался, что едва ли не самым сложным было выбрать подходящие имена для своих героев. Кроме того, на презентации книги мы узнали, что его любимыми авторами являются Стивен Кинг и Джоан Роулинг, а настольной книгой ⁇ Мастер и Маргарита. Читателям, которым понравился дебютный детектив писателя, было интересно послушать и о литературных планах Владимира Сычева. Он раскрыл некоторые секреты и детали работы над новой книгой, в которой будет присутствовать и любовный мотив.